Всем привет! Друзья, праздники продолжаются. На другой кухне сегодня рецепт пирожков. Начинка мясная, а готовятся они очень и очень просто. Я их называю ленивыми. Пирожки супер! Давайте начинать! Для теста берем одно яйцо, добавляем сюда чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара. Перемешиваем. Молоко 200 миллилитров, оно у меня теплое. Добавили, перемешали. Вводим растительное масло 50 миллилитров. Щепотка соли где-то пол чайной ложки. И сюда же, друзья, чайная ложка уксуса. У меня натуральный, винный, вот такого вот цвета. Уксус 6%, и он в этом рецепте, он улучшит структуру белка в муке и не даст тесту долго черстветь. Хотя такие пирожки, они очень быстро расходятся. Добавляем 480 граммов муки. Муку можно и нужно вводить постепенно. Не бухайте все сразу. Вымешиваем тесто несколько минут, после чего накрываем пленкой и убираем минут на 30-40 в теплое место. Для начинки половинку луковицы режем вот так кубиком. Еще нам понадобится фарша. 300 граммов будет достаточно. У меня куриный. Вы можете взять свой любимый. Добавляем лук. Сюда же чайная ложка паприки. Хорошая щепотка соли. Ну, где-то тоже, наверное, чайная ложка. Может, чуть меньше. И свежемолотый перчик, друзья. Специально намолол. И помол такой крупный, ну очень люблю, чтобы прям чувствовался хорошую щепотку. Хорошо перемешиваем, и начинка готова. Для этих пирожков начинку можно использовать любую. Я как-то пробовал и картофель отварной, ну пюрешку. И можно даже использовать колбасу, ветчину. Тесто отлично расстоялось. Чтобы не прилипало к столу, немного растительного масла на поверхность. И достаем. Оп, смотрите. Облачко. Красота. Раскатываем в пласт. Вот такой прямоугольник получился. По центру добавляем фарш. Распределили фарш. Еще у меня есть небольшой кусочек сыра. Можно обойтись и без него, но я натер его и вот так сверху немного присыплю, чтобы он слегка связал нашу начинку. Много сыра не добавляйте, чтобы он не вытек. Складываем. Раз. И сверху. Оп. Застилаем противень пергаментом. И теперь нарезаем вот такие вот пирожки. Пирожки расстоялись. Оставлял прямо на столе на 20 минут. Желток. И немного молока. Так всегда смазываю пирожки и булочки. Хорошо промазываем. Духовку разогрел на 180 градусов. При этой температуре будем выпекать. Минут 25-30. Ориентируйтесь на свою духовку. И небольшой штрих. Сверху посыпаем кунжутом. У меня вот такая смесь. Белый и черный. Вот такие пирожки получаются только что из духовки. Невероятно аппетитные, блестят. А как они пахнут, друзья? Дам немного остыть и попробую. Пирожки очень мягкие, друзья. Ну и, конечно же, начинка это что-то. Мясо, сыр, все как я люблю. Готовьте и наслаждайтесь.